я поздравляю победителей сегодняшнего дня, безусловно, они были великолепны, но я считаю, что конкретный рост у нас происходит только тогда, когда мы не побеждаем. И если мы грамотно относимся к конкурсу, к тому, что на кривых корнях деревья растут прочнее, поэтому нужно вынести свой опыт и двигаться дальше и работать. А я считаю, что проигравших абсолютно нету, потому что победители сегодня были выбраны на сегодняшний день. Возможно, завтра будет новый победитель, новая звезда, и ни пуха, ни пера. Я желаю компании MD Pride развиваться, расти, так же, как я сегодня слово «расти над собой», мне кажется, повторил 800 раз. И я в это реально верю, и хочу, чтобы у вас все спорилось, чтобы, если у вас случались какие-то недочеты, то чтобы они вас учили, чтобы трудности, которые перед вами, вас закаляли, чтобы каждый день приносил вам новые успехи, новые победы, и вы не переставали расти, нас радовать и участников радовать, потому что для всех это важно. И вообще, мне кажется, конкурсы – это очень здорово, потому что даже если ты не участвуешь, очень полезно прийти и посмотреть на коллег. Потому что когда вы появляетесь и приходите с одинаковыми номерами, никто не придумал больше 7 нот. И поэтому стоит вообще держать нос по ветру и приходить на подобного рода мероприятия. А людям, которые это делают, большущего терпения и процветания.